Привет, мои хорошие! Ловите распаковку посылок полезных и нужных вещей с сайта AliExpress. Все ссылки будут в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Приступим! Светоотражающий гель-лак – это новинка года. В состав гель-лака входят специальные частицы, которые придают невероятное залипательное сияние. Бутылочка гель-лака имеет небольшой объем – 6 мл и выполнена из пластмассы. На страничке продавца имеется большой выбор гель-лаков. Продукт достаточно плотный и густой. По отзывам от покупателей, гель-лак ложится ровно и имеет со второго покрытия плотную структуру. Примерная цена – 1 доллар. Элегантный браслет отлично дополнит ваш образ как в повседневной носке, так и на вечерние выходы. Выполнен он из сплав металла, по всей длине украшен белыми цирконами. На страничке у продавца браслет представлен в 10 вариантах. Есть браслеты, выполненные под золото и, как у меня, под серебром. Имеет большой выбор цветовой гаммы циркония. Также можно выбрать и длину браслета 17-19 см. Примерная цена 3 доллара. Стильные и оригинальные серьги станут завершающим штрихом в тщательно подобранном образе. Длина сережек 7,5, ширина 2,5 см, выполнены из сплав металла. С этими сережками нужно быть аккуратными, так как металл может быть подвержен деформации. У продавца можно приобрести эти серьги как под серебро, так и под золото. Примерная цена 1 доллар. Кольцо «Ветка сакуры» – это изысканный дизайн с нежной композицией в виде веточки сакуры, подарит прекрасное настроение и станет элегантным украшением вашего образа. Ищите подарок? Тогда вам подойдет это романтичное и эффективное кольцо. Кольцо имеет вставки из кубических кристаллов. У продавца есть большой выбор размеров и цветовой палитры кристаллов. Кольцо удобно, не цепляется, но при этом очень заметно. Примерная цена – 1 доллар 30 центов. А это серьги, которые выполнены в том же дизайне, что и кольцо. Серьги подбирала под кольцо, чтобы получился гармоничный и красивый комплект. Классические серьги на английском замке подходят девушкам и женщинам всех возрастов. Изготовлены они из тех же материалов, что и кольцо – цинковый сплав и кристаллы. У продавца есть на выбор 4 варианта сережек. Комплект получился великолепный и при этом ненавязчивый. Примерная цена – 80 центов. Настоящая находка для тех, кто боится упасть на льду. Ледорубы выполнены в виде резинки. Они очень просты в использовании. Хорошо тянутся, плотно облегают обувь. Длина ледорубов 10, ширина 5 см. На каждой резинке находится по 5 надежных шипов, которые выполнены из карбида стали. Примерно цена 2 доллара. Самоклеющиеся накладки для обуви помогают предотвратить скольжение, продлевать срок службы обуви. Можно использовать в качестве временной накладки. Отлично подходит для всех типов обуви и для любого размера. Материал резина, размер 8×5 см. Примерная цена 50 центов. Магнитный держатель на телефон. Очень качественное исполнение, полностью металлическое устройство. Сильный магнит, который надежно удерживает прикрепленный к нему гаджет. Держатель крепится на торпеде автомобиля с помощью скотча, который находится в основании ножки держателя. Металлическая пластина со скотчем клеится на чехол или телефон. Угол вращения 360 градусов. Примерная цена 5 долларов. Переводная фольга для маникюра предназначена для дизайна ногтей. Пользоваться ей в технике литье совсем не сложно. Отпечатайте ее на липкий слой базы, топа или ультрабонда, а при работе с обычным лаком воспользуйтесь специальным клеем. После нанесения декоративного слоя покройте декорируемый участок прозрачным лаком или топом. Длина фольги 1 метр, ширина 4 сантиметра. Примерная цена 50 центов. Наклейки для ногтей. Они очень просты в использовании. Вырежите нужный фрагмент, окуните воду на несколько секунд и приклейте на поверхность ногтя. Примерная цена 40 центов.
травяное эфирное масло для роста волос и ухода за ними. Объем баночки небольшой, всего 20 мл. Масло в чистом виде использовать нельзя по причине высокой концентрации. Берете 3 мл масла на 100 мл шампуня, перемешивайте и используйте не чаще 2 раз в неделю. Примерная цена 3 доллара. Узкий компактный нож из нержавейки для декоративно-волнистой нарезки овощей. Красивый дизайн и приятный на ощупь. Таким ножом хорошо делать любую нарезку. Длина ножа с ручкой 11 см. Примерная цена 2 доллара. USB светодиодный ночной светильник. За счет гибкого кабеля положение лампы регулируется так, чтобы можно было направить свет в нужное место. Длина кабеля 25 см. Вполне удобно для подключения к порту ноутбука. Но обычному компьютеру длины может не хватить, если он стоит на полу. А еще светильник может служить ночником, если его подключить к портативному аккумулятору. Чтобы космонавт начал освещать клавиатуру, просто поднимите ему шлем до щелчка. Примерная цена 3 доллара. Искусственный накладной хвост. Как указано на сайте у продавца, хвост выполнен из термоволокна. Имеется большой выбор – от коротких до длинных, от прямых до волнистых, от темных до светлых. Длина моего хвостика 30 см. Волокно данного изделия имеет хорошее качество. Мягкие волосы, приближенные к натуральным, не лезет, имеет среднюю плотность наполнения. Примерная цена – 4 доллара. Данный хвост выполнен из каниколона. Очень мягкое и нежное волокно, не имеет блеска. Выглядит потрясающе. Плотное наполнение, вес 140 грамм. У хвостика имеются две маленькие заколки и эластичная резинка, при помощи которой будет удобно фиксировать шиньон на своих волосах, собранных в пучок. Еще хочу отметить, что этот хвост нельзя выпрямлять или накручивать, так как он выполнен не из термоволокна, а из каниколона. Примерная цена 12 долларов. Это необычный и оригинальный шиньон, который сделан на основе эластичной резинки. Сделать прическу при помощи этого шиньона можно меньше, чем за 5 минут. Просто оберните резинку вокруг пучка. И прическа готова. На сайте продавца представлен большой выбор этих шиньонов в разных цветах и оттенках. А также вы можете приобрести шиньон и по весу. Примерная цена 3,5 доллара. Маленький и очень красивый горшочек для небольшого цветка. Горшок сделан в виде лесного животного лисенка. Материал изготовления – керамика, покрытая эмалью. Горшок пришел хорошо упакован, нет ни царапин, ни сколов. У продавца можно приобрести другие варианты горшочков. Примерная цена 5 долларов. Небольшой магнитный холодильник 4 на 6 сантиметров. Выполнен в стиле мозаика. Хорошо магнитится к металлической поверхности. К магниту идут защитные диски для предотвращения царапин на поверхности. Магнит выглядит красиво и оригинально. Примерная цена 3 доллара. На этом у меня все, мои хорошие. Спасибо за внимание. Надеюсь, что распаковка посылок вам была полезной. Всем мира и добра. Пока-пока.